Дмитрий Медведев сегодня поручил по итогам расследования причин авиакатастроф в Казани представить меры, которые бы оптимизировали работу российских авиакомпаний. Премьер заявил, что большинство из них испытывают финансовые трудности. Вообще-то количество перевозчиков воздушных у нас очень значительное. Сколько их, Максим Ильич? 122. Но мы прекрасно понимаем, что если так по-серьезному разбираться, 85-90% этих перевозчиков – это слабые перевозчики по своей материальной базе, финансовым возможностям. И вполне вероятно, что есть проблемы с экипажами. Поэтому наша задача, развивая конкуренцию, все-таки помогать развиваться самим перевозчикам. Также стало известно, что в декабре правительство рассмотрит законопроект, который разрешает иностранным пилотам работать в российских авиакомпаниях командирами воздушных судов.